Люди, как двери, одни нараспашку. Может войти туда всякий однажды. Кто-то с добром и открытой улыбкой, кто-то недобрый и вовсе безликий. Кто-то обрывается в душу без стука, так, для забавы, а может от скуки. Кажется им, если дверь нараспашку, то постучаться уже не так важно. Люди, как двери, одни на защёлку, но для знакомых в проеме еще можно привет передать и увидеть, но через щелку сложнее обидеть. Держат они все вокруг под контролем. Враг подойдет, то защелку закроют. Если с добром, заходите открыто. Ведь не гвоздями дверь напрочь забита. Люди, как двери, одни под замками. Их не откроешь простыми ключами. Там бесполезно звонить и стучаться. Там не спешат с каждым встречным общаться. Там избирательно дверь открывают. Всех приходящих по имени знают. Помнят там каждого, кто с ним стучится. Тут не приходят случайные лица. Люди, как двери, к одним не добраться. Там словно в сейфе, замков сразу 20. С кодом, с загадкой, со сложной системой. В душах у них лабиринтами схемы. Сами плутают, где вход, а где выход. Правит не разум там чаще, а прихоть. Могут впустить и закрыть заточение. Нравится души в невинных мучений. Или осыпятся щедро дарами. Так, для потехи, для личной забавы. Люди, как двери, все разные очень. Хуже, когда в душу вход заколочен. Там невозможно уже достучаться. Люди, отшельники, в склепах ютятся. Доступа нет у них к людям и вере. Там замурованы окна и двери. Тлеют безверье заблудшие души. Бог этим людям особенно нужен, чтобы помочь отпереться, открыться. Только молитвой им надо лечиться. Двери тогда будут снова нараспашку. Это и есть настоящее счастье. Люди, как двери, бывают похожи. Есть дермантина, обшитые кожей, прочные, хлипкие, недорогие или дворцовые. Там золотые. Двери открывают ключами, ломают, а о других мы совсем забывают. За дверью за каждой летится душа. Не надо напрасно ее обижать. Стучите по дереву с улыбкой, с добром. Комфортно жить будет в всем мире таком. И каждый откроет вам с радостью дверь, когда для души нет угрозы потери.